Это я, в казино в стране Чингачгуков. Зашел совершенно случайно. А там как раз шел конкурс двойников Элвиса. Что-то меня торкнуло, и я пошел. Но быстро понял, что ничего мне не обломится. Плохому Элвису известно, что мешает, но только не за покерным столом. Ну ты сейчас отсосешь, Элвис. А может, лучше я? Слюни подбери. Thank you very much. Парни, парни, полегче! Один из Элвисов украл нашу реликвию, священную маску воина. К вечеру маска должна быть у меня. Плачу миллион. В этом году. И где же маска? Что? Ответ неверный. Здание покинули 5 Элвисов, но маска была лишь у одного из них. Это маска – источник их могущества. Дело пахнет трупачком, да? Возможно. Но его пруха вот-вот станет непрухой. В поисках маски они отлавливают Элвисов. Ой, как стену поцеловал. Кристиан Слейтер, Дэйн Кук, Хелена Мэтсон и Гарри Олдман. Король может быть один. О, но прямо как шериф. Пушки, челки и азарт. Отдашь маску мне. Пигмей, Элвис. За пигмей ответишь. Эта кличка его и правда задевает. Еще как задевает. Скоро на экранах.